Привет, друзья! Страшную тайну могу вам раскрыть, как работает наш мозг. Но как меня обучают наши участники школы «Человек будущего» Homo Futurus советами, говорят, чтобы школа расширилась наша, чтобы как можно больше людей получили нашу помощь, научились быстро снимать стресс, включать внутренние резервы для решения волнующих вопросов, и открывайте своих творческих возможностей и изобретательских способностей. Для этого нужно, чтобы вы лайки ставили, как мне подписывали, там писали комменты. И комменты пишите, и еще что-то надо сделать. И подписывайтесь на Телеграм, на Инстаграм, подписывайтесь на Ютуб. Короче говоря, ваша активность вместе со мной, вместе мы сила. А поодиночке мы, как говорится, хрупкие веточки. Поэтому сегодня, как никогда, нужно наше человеческое взаимодействие. Взаимодействие. Это значит, вы вместе со мной совершаете очень благородное, полезное для всех дело, чтобы все люди были здоровы, любили друг друга, дружили между собой. Вот это очень важно. А сейчас я вам сделаю подарок. Открою этот секрет, великий секрет, как работает наш мозг. Ключ для исполнения желаний. Загадайте 3 желания. Это послужит развитию самосознания. Загадайте эти 3 желания, а я вам сейчас скажу, как подключать энергию для их исполнения. Итак, ставьте лайки сейчас, подписывайтесь на мои сети и открываю главный секрет. Друзья, загадали 3 желания. А теперь ждите какого-то стресса, потому что стресс – это пик напряжения, это такая мобилизация мозга. И когда вы в момент стресса свои желания вспомните, которые сейчас запомните, то эта энергия напряжения, как в айкидо, перенаправиться по этому адресу для исполнения ваших желаний. Да, друзья, это потрясающая вещь. А потом мне напишите, как у вас все это получилось, а почему 3, это я потом объясню. А теперь приступайте, и вы увидите, что будет. Ваша жизнь сразу улучшится, ваша жизнь облегчится, качество жизни поднимется. Тревожность снизится, а уверенность прибавится. До встречи, друзья!